В очередной девятой серии сериала «Невский чужой среди чужих» Михайлов выезжает в область на задержание преступника Лехи Фина, находящегося в розыске, и успешно его задерживает. Семенов изучает биографию Тучкова, так как подозревает, что кто-то пытается его подставить. Убийство Нины и сотрудников ДПС говорят в пользу его версии. Семенов выясняет, что Тучков во время службы в армии убил своего сослуживца, но дело таинственным образом замяли. Семенов и Фома решают устроить ему проверку. Денис Сомов приходит к своему дилеру за очередной дозой лекарства. Там его поджидают сотрудники полиции, которые вымогают деньги у поставщика наркотиков. Денис убивает обоих.